Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас рубрика «Ваши руки не для скуки» или «Наши руки». Но если наши не для скуки, ваши тоже будут не для скуки. И у нас в гостях вот такая вот штука от компании Bosch. Это уровень, но он не совсем простой, он с тюнингом таким достаточно интересным. И его наш товарищ Роберт предоставил, который любит доделывать всякие штучки-дрючки, но он совершенно стесняется попадать в кадр, поэтому придется мне за этот уровень вам рассказать. Что у него доделано? Ну, во-первых, здесь у нас доделаны сзади дополнительные рукоятки. Собственно говоря, теперь его можно удобнее брать, если брать с этой стороны. Но это не самое главное. Если вы обратите внимание, здесь стоит блок под 12-вольтовые бошевские аккумуляторы. Выглядит это все таким вот образом. И вы, наверное, обратили внимание, что здесь есть две такие вот кнопочки. Для чего эти кнопочки здесь сделаны? Уровень сделан специально для приточников. Здесь сделана подсветка вертикального глазка. Вот так это сделано. Очень будет удобно в помещениях, где очень малое освещение. И самая крутая, на мой взгляд, эта фишка, это вот этот вот подсветка, которая... Ну, здесь можно временно включать ее, да, здесь можно ее на постоянку включить. Ну, она здесь используется очень яркая, видите, вот такая вот светодиодная лента. Если обратите внимание, то вот здесь вот идет прогиб стола, да, у нас. И когда вы кладете плитку, эти все моменты, когда вы неровно кладете, устанавливаете, это все будет очень сразу видно. Плиточники, обратите внимание на вот это вот ноу-хау. Я говорю: Робик, запатентуй, пожалуйста, вот эту вот штуку, и ты будешь получать миллиарды. Он говорит: ну, я не знаю, как это делается, поэтому пусть кто-нибудь там запатентует и получает миллиарды. Ну да ладно. Собственно говоря, что еще сделано здесь? Здесь еще сделана вот такая вот упорная выдвигающаяся ножка, которую можно выставить на высоту плитки. Соответственно, вы выставляете вот здесь вот на стяжку, на высоту плитки, ставите на плитку и уже выравниваете. Все у нас примерно будет по одному уровню. Также очень удобно, если вы, когда работаете со стенкой, вы на плитку, на верхнюю, цепляете его вот так вот. И, соответственно, уже можно в таком режиме. Но это, соответственно, все на плиточку делается. Подвешивать его удобно. Но есть, мы обратили внимание, именно у этого уровня свои минусы. Во-первых, он сам именно уровень Bosch, он немножечко притормаживает, когда вот ты вот так вот доводишь по несколько градусов, доводишь до ровного состояния там свою плиточку, он несколько полсекунды задумывается перед тем, как выставить там необходимый градус. То есть он должен быть более быстрый, более адекватный. И еще нам не очень понравилась такая штука. Посмотрите, вот если мы с угол зрения наш, ты сейчас снизу, а ты подними на наш угол зрения, да, камеру. Теперь посмотри, ты видишь, что здесь нифига не видать. На этом дисплее, ребят, ну вы же, получается, я же как приточник не должен вот так вот раком стоять и смотреть, какой там градус у него. Я хочу, чтобы я так на него смотрел, и я все это видел, а я этого не вижу. То есть здесь должен быть, например, штабил, и здесь идет сверху, дублируется дисплей, и он отображается, информация на нем отображается. Или же бы угол бы сделали, или два дисплея. Понимаю, что это бы удорожало конструкцию, но это бы уже было бы удобно. А покупать за 15 тысяч уровень, и что он не выполняет адекватно свои функции, или ты должен стоять вот так вот преклоненным перед ним, колено преклоненным, тоже не совсем удобно. Надеюсь, наша доработка была для вас интересной и полезной. Возможно, вы тоже возьмете себе на вооружение этот уровень, он действительно интересный. Его можно, кстати, использовать как осветительное устройство. Грубо говоря, так вот ставишь. Ну, что-то он не очень хорошо стоит. А вот так, да? Раз. Но на него лучше, конечно, не дуть. Спасибо товарищу Роберту, который нам интересные штучки приносит.
Будем от него ждать еще каких-то интересных доработок. Но в последнее время он что-то перестал на Bosch зацикливаться. Он сейчас начал на Festool переходить. И, возможно, у нас какие-то фестуловские интересные штуки появятся. Хотя Festool не хочет с нами работать. Они боятся, что мы их разнесем в пух и прах. Поэтому будем доставать инструмент вот оттуда вот. Спасибо большое, что посмотрели наш ролик. Мы будем вам очень благодарны, если поставите лайк. Подпишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось в этой идее. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение. С вами была компания Папа Карло. Меня зовут Николай. Пока.